Завтра в Миколаевскую область Украины отправятся реанимобили, как привезти у Гомель потерпелых у аварии белорусов. Плануется, что двое из шести травмированных застанутся в украинской больнице. Их перевозить покуль нельзя. Нагадаем, ДТЗ на 290-м километре автодороги Одесса-Киев отбылося сегодня у 6 годин раницы. Микроавтобус врезался у подъемный кран, який рухался у спадорожным накерунку. У вынику аварии потерпели 6 уродженцев Гомельской области, у тым лику водители спринтера. Потерпелых доставили у Кривоозерскую центральную районную больницу. Зараз двое человек находятся в отделении реанимации. Их становище оценивается як тяжкое. Четверо размеркованы у хирургичное отделение. Мы держим непосредственную связь с украинскими коллегами, координируем свою работу с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. И в том числе в данный период времени специалисты Николаевской областной больницы находятся в Кривоозерской центральной районной больнице, где продолжаются дополнительные диагностические, лечебные, в том числе оперативные мероприятия. По данным последнего часа, мы ведем речь о возможности транспортировки 4 пациентов. По остальным пациентам, опять-таки с учетом их состояния и возможности по медицинским показаниям, вопрос транспортировки будет рассмотрен в ближайшее время. Пассажиры и водитель микроавтобуса во возрасте от 43 до 66 годов. Все уроженцы нашей области, Чачерского района и Гомеля. Один гомельчанин проживает у Минску. Сярод потерпелых – одна женщина.